Регина, здравствуй. Кто из родных уже приехал проститься с женой? Да, Илья, здравствуй. Проводить певицу Жанну Фриске в последний путь пришли самые родные и близкие. Ее отец Владимир, а также гражданский супруг Дмитрий Шепелев. Они буквально всю церемонию погребения не отходили от гроба, практически стояли около него на коленях. Ну и кроме того, конечно, приехали другие родственники, ее сестра, а также двоюродная сестра из города Николаев. Ну и самые близкие друзья, в числе которых также Филипп Киркоров. Ну, церемония погребения все еще продолжается, и на самом деле очень много и простых людей пришли для того, чтобы почтить память певицы, но, видимо, возложить цветы на ее могилу они смогут уже после окончания церемонии погребения. Ну и именно на Николо-Архангельском кладбище ее решили похоронить, поскольку, по словам ее отца Владимира, именно здесь находится фамильное захоронение в семье. Ну а похоронами занимался отец и гражданский супруг Дмитрий Шепелев, который распорядился, чтобы на церемонию похорон не пускали посторонних людей. Кроме того, сначала планировалось, что отпевать Жанну Фриске будут на территории храма, который находится вот на кладбище. Однако потом Шепелев распорядился, чтобы отпевание проходило в Елоховском соборе. Ну и гражданский супруг Жанны Фриске, он приехал на церемонию погребения последним. Именно он организовывал похороны. Я напомню, что накануне он дал эксклюзивное интервью порталу Супер.ру, в котором рассказал о последних годах жизни Жанны Фриске, о том, как они вместе боролись со страшной болезнью. Ну и рассказал о том, что решили не брать на похороны сына Платона.